Кировской области выявили 63 новых случая заражения COVID-19 симптомами заболевания. Судя по данным портала stopcoronavirus.rf, один человек скончался. В инфекционных госпиталях проходит лечение 973 пациента с коронавирусом. 26 человек в отделении реанимации, 6 на искусственной вентиляции легких. За сутки из больниц выписали 62 пациента. Под наблюдением на дому находится более 4000 кировчан. Это контактные лица, а также граждане, прибывшие из других регионов. Заболевших среди них нет.